Всем добрый день, с вами, как всегда, Ирина, рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сегодня сделать для вас более подробный видеообзор жилого комплекса Diamond и рассказать, почему квартиру я купила именно здесь. Досмотрите это видео до конца, я надеюсь, что оно будет полезным для вас. Посмотрим с вами также ход работ, что у нас в первом корпусе сейчас происходит уже. Отделка подъезда. На полу уже керамогранит положили, застелили пленкой. Стены заштукатурены. Коммуникации уже тоже, электричество уже вижу. Это как раз вид на Фабрициус. Вот это у нас дорога на Соболевку пошла. По локации здесь очень удобно. В том плане, что вы можете выехать легко как на Дублер, в сторону Адлера, в сторону аэропорта, в сторону Дагомыса, если вам нужно. Во втором доме у нас сейчас коммуникации, а у третьего идет уже утепление фасада. Как раз керамогранит здесь. Очень красивый. 1,20 м на 60 м. Строительные материалы тоже хочу ваше внимание обратить. Хорошее качество КНАУФ. То есть здесь на этом не экономят. Вот у нас третий дом уже утепляют фасад. Здесь тоже уже залили бетоном площадку. Здесь поставлю визуализацию. Будут очень красивые высажены высокие пальмы, скамейки. Ландшафтный дизайн будет, я думаю, на уровне всех домов этого застройщика. А также одной из главных фишек этого ЖК, почему именно мой взгляд при покупке упал именно на него, это, конечно же, то, что с обратной стороны здесь у нас национальный парк. Вот мы с вами как раз его видим, то есть всегда рядом с вашим домом, с вашей квартирой будет лес, куда вы можете выйти прогуляться. Будет сделана здесь в лесу небольшая зона для отдыха, то есть дорожки, лавочки, подсветка. А где я сейчас нахожусь, здесь у нас будет также зона барбекю и детская площадка. Видите, то есть все продумали достаточно грамотно, чтобы это было не у дороги. Как раз деткам будет здесь классно, комфортно. Тоже поставлю визуализацию, чтобы вы видели, как это все будет выглядеть. Хорошая будет детская площадка, яркая такая, современная. Прям здорово. Так, и мы рассмотрим с вами, что здесь осталось интересного. Всего несколько хороших предложений, потому что этот комплекс пользуется большой популярностью, поскольку здесь лучшее соотношение цена, место и качество. Тем более, что сдача комплекса уже в сентябре этого месяца, поэтому люди здесь охотно покупают. Здесь все в порядке с документами, мною лично проверено, перепроверено моими юристами. Вот, поэтому можете смело здесь покупать квартиру. Все здесь будет четко и вовремя. Классный дизайнер. Посмотрите, какая интересная входная группа. Плюс всегда здесь у этого застройщика идут дорогие качественные окна, хорошие материалы. Здесь стекла у нас тонированные, панорамные. Небольшие домики, 3 этажа, и есть 2-уровневые квартиры. Во многих квартирах у нас балконы. Ограждение у балконов тоже хочется отметить из закаленного стекла. Поэтому будет очень здорово. Вот как раз во втором корпусе, сейчас вам покажу, уже заводят коммуникации. И вот эту замечательную студию я купила для своего родственника, поскольку у нас стояла задача купить небольшую студию в центральном районе города Сочи, которая бы подходила для постоянного проживания. 3-й этаж, вид на соседний корпус, но здесь вот немного выглядывает лес. Квартира угловая, и несмотря на небольшую площадь, 2159, она отлично планируется, то есть можно выделить зону спальни возле окна. Ну и, конечно же,
Рассрочка тоже немаловажный фактор, да, то есть 70% я оплатила, остальное до сентября. Это тоже хорошее условие, поэтому мы выбрали именно эту студию, поскольку она подходила по нашим параметрам. Осталась всего одна квартира вот этой планировки. Площадь у нее 21,81, она отлично планируется. Здесь два окна. Давайте более внимательно ее рассмотрим. Значит, санузел при входе с левой стороны. Удачно здесь располагается зона кухни, полноценная, хорошая, рядом окно. Вид у нас на Фабрициус, на ярмарку. Здесь, кстати, у нас будет строительство торгового центра небольшого, трехэтажного. Вот он уже готовый, практически первый корпус. Классно, как мне нравятся эти дома. Вот дизайн прям супер. Так, и здесь при желании либо можно установить барную стойку, как раз хорошо планируется здесь TV-зона. Можно сделать студию, а можно, в принципе, и выделить здесь небольшую зону спальни с окном. Стоимость этой квартиры 2 780 000 рублей. Шумоизоляцию, конечно, обязательно делаете, потому что блоки, хоть и здесь двадцатка стоит, да, все равно будет слышно соседей, если на этом сэкономите. Еще одна классная студия, очень мне нравится, это большое панорамное окно. Это у нас второй этаж, стоимость 3 028 000 рублей, хорошо очень планируется. Зона санузла при входе, это не смотрите, это соседняя квартира закроется. Вот у нас стояк, здесь отлично планируется хороший большой шкаф, либо мини-гардеробная. И вот здесь уже полноценная комната, которую вы уже можете спланировать, как вам нужно. Также хотела еще обратить внимание на ярмарку. Вот она у нас прямо здесь буквально в 100 метрах. Это самая большая наша крупная ярмарка сельскохозяйственная. Здесь есть абсолютно все, то есть не только продукты, но и салоны красоты, ремонт велосипедов, бытовые услуги. То есть очень все удобно в плане вот... В этом плане, конечно, по инфраструктуре здесь очень хорошее, удобное место для проживания. Смотрите, какой классный здесь профиль, прям супер. Это окна в подъезде, чтобы вы понимали, какого качества будет дом. Вот такие вот дорогие, классные панорамные окна здесь даже в подъезде установлены, прям 5 баллов. 33 квадратных метра, тоже очень хорошая планировка. Эти квартиры по выгодной цене осталось две. Вот это у нас стоимость 115 тысяч за квадрат, соседняя 110. Сейчас объясню разницу. Здесь у нас больше видно лес с балкона, когда мы выходим. А у соседней квартиры там чуть меньше видно лес, поэтому она на 5 тысяч дешевле за квадратный метр. Хороший балкон. Такой оптимальный, да, то есть немного места он отобрал у самой квартиры, но и тем не менее здесь удобно все можно разместить. Отлично планируется в однокомнатную квартиру. Одно большое панорамное окно и панорамное окно с выходом на балкон. Коммуникации при входе с правой стороны. Последняя с таким видом осталась двухуровневая квартира. 42 квадратных метра и 20 квадратных метров террасы. Классная светлая квартира с видом на лес. Хорошо планируется. Коммуникации здесь с левой стороны. Стоимость у нее очень выгодная. 4 миллиона 330 тысяч рублей. Давайте я вам покажу придомовую территорию, то есть здесь будет перекрытие установлено, и вы уже можете сделать по вашему желанию. То есть вот здесь мы выходим на балкон, по границе квартиры будет заборчик, и здесь будет брусчатка. Классная терраса. И вот у нас выход прям рядышком с лесом. Граница Даймонда вот здесь вот, то есть здесь будет небольшая такая прогулочная зона. Фасад комбинированный утепленный караед с алюкобондом. Я уже рассказывала об этом в своих предыдущих видео.
Площади у нас здесь от 22 до 59 метров с возможностью объединения. Но поскольку уже многие квартиры, практически больше 70% уже продано, то уже не так много вариантов осталось под объединение, но пока еще можно подобрать хорошие варианты, если вам нужна именно большая площадь. 43 метра, двухуровневая квартира и 12 метров террасы по выгодной цене 4 400 000 рублей. Потрясающее панорамное окно, светлая квартира. Здесь можно перекрытие полностью не устанавливать, то есть сделать второй этаж и оставить второй свет. Будет просто потрясающий вариант, дизайнерская такая квартира. То есть даже не будет ощущения, что эта квартира будет больше похожа на какой-то дом частный. Ну, то есть здесь уже все от фантазии вас или вашего дизайнера зависит. Но смотрится классно. Коммуникации при входе с правой стороны. Напомню, что статус здесь в данный момент у нас апартаменты, но в договоре прописано, что застройщик сделает документы до конца этого года. Здесь будет статус жилое помещение. Почему я как специалист рекомендую покупку в данном комплексе? Во-первых, до сдачи осталось всего 3 месяца. Во-вторых, здесь идеально ровное место, что очень ценится в городе Сочи. Рядом, как я уже сказала, замечательная ярмарка, и это очень удобный район. До центра Сочи мы можем добраться буквально за 5-7 минут на автомобиле, или даже при желании прогуляться пешком до Курортного проспекта, это займет не более чем полчаса по новой комфортной дороге. Очень выгодное, я бы даже сказала, самое лучшее соотношение локация, цена и качество дома. Отлично знаю репутацию этого застройщика, знаю, что все будет быстро, качественно и так, как запланировано. Поэтому, если у вас остались дополнительные вопросы, звоните, я предоставлю вам более подробную информацию, расскажу, какие здесь остались самые лучшие планировки, что смотрит в какую сторону, расскажу все особенности данного жилого комплекса, так как в формате одного видео их достаточно сложно вместить. Если понравилось видео и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем отличного настроения, передаю всем своим друзьям, подписчикам огромный привет. Спасибо, что смотрите это видео. Всем хорошего дня!